Всех приветствую. Недавно устроил себе разгрузочный день и занялся чисто изготовлением стружки. Как вы видите, у меня теперь пол коробка стружки. Это где-то 2/3 ведра. Стружка сделана из магния. Делал на фрезерном станке NGF-110. Делается она весьма лихо. И поэтому я как-то вошел в раж и всю болванку переточил в стружку. Как это делалось? Сейчас вы увидите на экране. И вот так потихонечку мы его перерабатываем. В результате всех стараний у меня получилось вот такое количество магниевой стружки. Все знают, что магний — это горючий металл, но просто его поджечь — это как бы не очень интересно. Хочется что-то сделать с ним интересное, сделать какое-то подобие фейерверка, как-то его интересно поджечь. В общем, для чего я это делаю видео? Во-первых, чтобы вы подготовились, что скоро выйдет видео, в котором это все будет гореть и сверкать, я надеюсь. Ну а во-вторых, чтобы вы дали в комментах советы, как это лучше всего сделать. У меня есть свои задумки, но, может быть, вы придумаете что-то еще более интересное. На этом все. Пошел думать, что с этим делать дальше. Ну а вас всех благодарю за внимание. Всем пока, до новых встреч.